Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars, а значит сегодня у нас долгожданное видео по музлайкам. Спасибо, ребята, всем, кто дарил мне музлайки. Я выкупаю, стараюсь, но, к сожалению, не нашел я нужные веселые вещи в мебели. Осталось 2 дня, вот так. Но я видео делать буду пораньше. А весь прикол, ребят, состоит вот в этом. Сейчас меня сдвинем, вот так вот. В общем, у меня появилось 30 рубинов. Откуда, спросите вы, так как нет месячного плана, неужто доктор задонатил? Нет, ребята, я с CoinSap'а вчера вывел 30 рубинов оставшиеся, ну, я их оставлял на Новый год, но думаю, надо поощрить тех ребят, кто мне дарил музлайки. Выяснение будет простое, ребята, и элементарное. Вы дарили мне музлайки, ищем себя в видео. Внизу в комментариях, ребята, оставляем время. Если вы попадаетесь 2 раза, соответственно, ставим 2 времени. Попадаетесь 3 раза, ставим 3 времени. И так далее. То есть, если вы в видео попадаетесь можно больше раз, то есть, как можно больше раз вы попадаетесь в видео, соответственно, вы будете занимать 1-е место. Кто, соответственно, занимает 2-е место, это тот, кто будет 2-й по времени. Не знаю, как еще объяснить. Ну, в общем, ищем себя на видео, запоминаем время, пишем в комментариях. Смотрим дальше видео. Если вы 2-й раз попадаетесь, ну, то есть во всей ленте, получается, по музлайкам, запоминаете время, закидываете также в комментариях. И так далее повторяете до того момента, как видео не закончится. Но я знаю, что многие дарили мне на протяжении всей, получается, акции. И в прошлый раз, ребят, честно, я делал видео, получается, награждал именно по тем, кто подарил больше всего музлайков. В этот раз, ребята, я решил наградить того, кто больше был упорный, тот, кто больше дарил мне, получается. Он как заработал, то есть вспоминал меня. То есть в этот раз будем награждать именно упорного, а не самого, типа, массового дарина. Потому что я так могу сказать, что больше всех мне подарил Назарчик. Там он 500 с лихим закинул, никто его не обошел, так что там вообще... Никакого этого нету, секрета. Ну, а дальше, ребята, по видео, соответственно, будет огромная нарезка слайдов. Ищем себя, обязательно ставим время, смотрим дальше, опять ищем себя, ставим время и так далее. По вашим комментариям будем выбирать победителей. То есть вас ждут, ребята, 4 места, то есть большой подарок и 3 средних подарка буду выдавать, то есть, соответственно. Ну, соответственно, выдавать буду. Но больше нету у меня рубинов, к сожалению. Было бы больше рубинов, было бы больше призов. Ладно, давайте, ребята, смотрим дальше видео, оставляем комментарии с временем. Ну, будем оценивать где-то при 500, наверное, просмотрах. Ну, не, да вру, при 300, наверное, даже. Ладно, давайте, смотрим видео. Thank you.
Thank you.